Первым вопросом повестки дня 27-й внеочередной сессии Совета депутатов стали заявления 5 народных избранников о сложении депутатских полномочий. Единороссы Максим Егоров, Александр Щеглов, Сергей Тетюхин и член КПРФ Анастасия Байбикова уходят из горсовета в связи с избранием в областную думу 6-го созыва. Депутат Андрей Маликов от партии «Гражданская платформа» сдал свой мандат по собственному желанию. Просьбу своих коллег депутаты удовлетворили. За активное участие в жизни города им вручили почетные грамоты Совета депутатов и благодарности администрации. Вторым вопросом повестки дня стало досрочное сложение полномочий мэра Белгорода Сергея Баженова. Глава администрации переходит на новое место работы – в правительство области. Как пояснил первый заместитель губернатора Валерий Сергачев, глава региона предложил Сергею Баженову стать своим заместителем, курировать сферы образования и общественных отношений. Регион планирует реализовать пилотный проект, руководить которым должен амбициозный и эффективный управленец. То, что наиболее отличает Сергея Андреевича, это эффективность в работе, это формирование вокруг себя людей, которые в состоянии самореализовываться на благо всех жителей Белгородской области. Надеюсь, что и на новом поприще ему будет сопутствовать успех. От имени губернатора области Валерий Сергачев вручил мэру города медаль за заслуги перед землей Белгородской первой степени. В планах правительства региона в 2016 году делегировать Сергея Баженова в Госдуму. Сергей Баженов выступил с коротким, но емким докладом, в котором подвел итоги работы за последние 5 лет. Прежде всего он поблагодарил белгородцев за совместную работу. Наши успехи стали возможными благодаря поддержке региональной власти и атмосфере созидания, сформированной в нашей области. И, конечно, все то, что достигнуто нами, это заслуга жителей Белгорода, трудолюбивых и талантливых, любящих свой город и стремящихся сделать его лучше. Сергей Баженов проработал в команде городских управленцев в общей сложности 14 лет, около 10 лет в должности заместителя главы администрации, а с февраля 2011 года в должности мэра Белгорода. Неполные 5 лет – это совсем небольшой срок, но нам всем вместе удалось немало сделать на благо нашего города. Мы строили новые учреждения социальной сферы и развивали умную инфраструктуру, создавали систему общественного самоуправления и солидарного общества. И прежде всего отрадно, что за этот период значительно вырос уровень жизни горожан. В докладе был приведен ряд говорящих цифр. В каждой сфере за эти годы есть знаковые достижения. Так, с 2010 по 2014 Белгород вырос на 1 миллион квадратных метров жилых площадей. Реализовано свыше 300 проектов ландшафтного обустройства территорий. Начата комплексная работа по реформированию транспортной инфраструктуры. Организовано свыше 23 тысяч новых парковочных мест. Отремонтирован ряд значимых социальных объектов. Возведены новые. По версии издательского дома «Коммерсант», Белгород в последние годы входит в тройку лучших российских городов, является лидером среди городов с устойчивым развитием. Свою поддержку и слова благодарности Сергею Баженову на сессии выразили представители разных сфер жизни города. Директорский корпус выражает вам благодарность за внимание, понимание и помощь, оказанную вами учителям и одаренным детям. Будьте уверены, Сергей Андреевич, что в лице учительства города Белгорода вы найдете мощную поддержку на вашем новом поприще. Надо отдать должное команде Сергея Андреевича, его коллегам, что Белгород был включен в серьезную работу по научным основам развития города Белгорода. Привлекались специалисты международного масштаба, государственного масштаба, местное научное сообщество, и город Белгород проявил серьезную перспективу развития на ближайшие годы. В связи с переходом Сергея Баженова на новую работу в Белгороде объявят конкурс на замещение должности мэра города. Вопрос будет рассмотрен на второй части внеочередной сессии Совета депутатов Белгорода. Она состоится 12 октября. Известно, что в конкурсную комиссию войдут 6 человек. По уставу города половину троих членов конкурсной комиссии назначит губернатор. Еще троих определит Совет депутатов города. Татьяна Красикова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.